Экскурсии по региону на Первом Ярославском. Наш телеканал продолжает знакомить с уникальными местами нашего края в новом проекте «Первый гость». Назовите 10 причин, почему именно ваш город, район или село обязательно должны войти в маршрутный лист туриста, приехавшего в Ярославскую область. И мы расскажем об этом в наших выпусках новостей. А сейчас на прямую связь со студией выходит город с уникальными древними памятниками археологии. Именно здесь располагается один из крупнейших музеев-заповедников Верхневолжья. Создатели Голливуда, братья Шенк, родились именно в этом городе. Именно здесь родился и непобедимый адмирал Федор Ушаков. Итак, Рыбинск, добрый вечер. Здравствуйте. Мы находимся на Волжской набережной города Рыбинска. 10 причин, по которым стоит побывать в нашем городе. Обнять бронзового поэта Льва Ошанина. И вспомнить его бессмертные строки. Издалека долго течет река Волга. Не спеша пройтись по Волжской набережной и увидеть стройную красоту Спасо-Преображенского собора и ажурные арки Волжского моста. Зайти в музей затопленного города Малоги и увидеть единственный в мире памятник Бурлаку. Пройтись по улочкам уездного города Н, где снимался фильм «12 стульев». Дойти до конца этой улочки, поднять голову вверх и увидеть самую высокую каланчу. Побывать на родине непобедимого русского флотоводца адмирала Ушакова, ощутить дух строительства ГЭС в музее советской эпохи, впечатлиться величественным монументом «Мать Волга», который встречает корабли, и, наконец, увезти из города рыбу своей мечты. Студия. Спасибо, Рыбинск.